Правильный законопроект, нужный, но вот термин «внеочередной медосмотр», честно говоря, людей сильно пугает. Не будет ли так, что экипаж ГИБДД будет получать медика в свой состав, будет произвольно останавливать людей на трассе, проводить медосмотр, ну как сейчас, просят в трубочку подышать, и если кому-то что-то не понравилось, то значит, пожалуйста, в течение 2 недель обязательно найдите специалиста и к нему попадете. В условиях, когда у нас даже в Москве иногда после оптимизации здравоохранения в течение 2 месяцев обычный человек к специалисту попасть не может. Такие случаи есть. Вот не будет ли такой медицинской сафари, не возникнет ли оно в рамках этого закона, который, в принципе, повторюсь, очень правильный. Спасибо большое. Иначе, ну, прежде всего, рад, что вы сказали о том, что такой закон нужен. Он действительно нужен, потому что сегодня только по судебным решениям, то есть уже постфактум, когда совершились какие-то ДТП, люди пострадали, 105 тысяч в год примерно аннулируется по медицинским показаниям водительских удостоверений. То есть это вот только по судам, а сколько так реально едет, мы не знаем. Значит, здесь все, наоборот, от противного идет. Полиция здесь вообще как бы это вторая часть. Человек приходит на медосмотр или просто обращается к врачу, врача не к нам. Инициатива идет от врачей. Если врач осуществляет свою профессиональную деятельность, однозначно видит, что перед ним человек, который не должен водить, а одним из вопросов, которые. Вы же сами ходите, к врачам они формулярчик заполняют. Один из вопросов будет, вы водитель или не водитель. А системы будут сопряжены, он в компьютере будет видеть, есть у него водительское удостоверение или нет. И если он явно видит о том, что человек имеет заболевание, перечень медицинских заболеваний у него будет, то он просто ставит галочку и направляет его к профессиональному врачу по роду этого заболевания. Тот его смотрит, назначается комиссия, аннулируется. Все. И потом только мы включаемся, мы получаем об этом информацию, чтобы состоялось это, аннулируем его документ, извещаем его, если он не, так сказать, не принял его внимания, его на дороге останавливают с недействительным.